обстоятельств, которые нам были предъявлены в виде ребенка, ребенка и всего того. К сожалению, для суда, когда появился этот ребенок, неважный, поэтому в любом случае, чисто юридически, это является смягчающим обстоятельством, а также наличие положительных характеристик. Я считаю, что в данном случае реальный срок, тем более чуть выше половины, это достаточно хорошо. А гражданский иск будете подавать? Гражданский иск нам уже удовлетворили частично. Там остался, да, вопрос по машине, так как у нас не готова оценка стоимости машины и по алиментам. То есть то, что приостановили, мы, конечно, дадим это дело до конца обязательно. То есть договором довольны получить? Да, конечно. Конечно. Да. Получается, что есть. Дальше. Теперь наконец, знаете, лучше уж ужасный конец, чем этот ужас без конца, который был этот целый год. Конец на самом деле был не такой ужасен. Не так ужасен оказался, как есть. Я очень рада, что наконец-то все позади. Я очень рада, что все-таки человек получит это наказание. И мне хотелось бы сказать огромное спасибо всем людям, кто участвовал в этом деле. В первую очередь следователям, которые достойно провели свою работу. Прокурору, который поддержал это обвинение в суде. Всем журналистам, в первую очередь, которые следили все это время были рядом, следили как бы за этим делом, не давали как бы утихнуть этому всему. Большое спасибо тем общественным организациям, которые поддерживали меня, то есть Федерация автовладельцев, очень сильно меня поддерживали, консультировали. Большое спасибо просто обычным казанцам. К сожалению, наверное, сейчас я не смогу восстановить все те номера, которые мне звонили, писали, которые оказывали мне помощь в первое время, в том числе и материально. И, пользуясь случаем, хотелось бы сказать им спасибо. Я помню их доброту в отношении меня. Если кому-то из них когда-нибудь понадобится моя помощь, пусть звонят, мой номер не изменился. Я тоже с удовольствием помогу им. Большое спасибо всем.